Всем привет, с вами математичка Алена Игоревна. Мы решаем 12-е задание за 60 секунд. Какая из следующих последовательность является арифметической прогрессией? Не забываем, что арифметическая прогрессия – это там, где между двумя соседними числами одинаковая разница. Да? Надо просто проверить, что будет, если мы воспользуемся каждым правилом. Итак, последовательность натуральных степеней числа 2. 2 в первой – это 2, 2 во второй – 4, 8, 16, 32. Это то, что у нас под цифрой 1. Итак, 32 минус 16 – это 16, разница. 16 минус 8 – это 8. 8 минус 4 – это 4. Разница разная, поэтому первое не подходит. Второе. Последовательность натуральных чисел кратных 5. Да? То есть что у нас кратно 5? 5 делится на 5. Кратно значит делится. 5 делится на 5 – 10, делится на 5 – 15. 20. Итак, 20 минус 15, разница 5. 15 минус 10, тоже разница 5. 10 минус 5, тоже разница 5. Значит, это и есть арифметическая прогрессия. Ответ 2. У нас тут она одна. Да, какая? Значит, одна, значит, вторая. Ну, все. Я надеюсь, вам все было понятно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Удачи вам!